Вырастить урожай, притом ни разу его не поливая. Нереально, подумают многие, и будут неправы. У героини нашего следующего сюжета на садовом участке нет ни одной лейки. О ней попросту ни к чему. Поливка не входит в список огородных дел. Зато, говорит хозяйка дачи, таким образом привила своим саженцам еще большую стойкость. Она утверждает, чтобы все росло, главное быть козерогом. В этом ли вся хитрость или есть еще какие-то садовые премудрости, узнаем из рубрики «Удачная жизнь». О, редисочка начинает спеть. Послезавтра приеду, нарву внуку своему. Первый урожай с грядок – редис. Позднее созревание – единственный минус нерегулярной поливки. Здесь огород поливает только дождь. Идея Владимировна использует одну хитрость из книги по дачным работам. Прикрывает землю, где растут саженцы, слоем елочных иголок. Так влага лучше сохраняется. А для удобрения своего урожая использует все подручные средства. Делаю кучу вот такие, компост. Всю травку туда, никакую травку никуда не выбрасываю. Все собираю, потом это все перегниет и будет хороший компост. Свои профессиональные секреты Идея Владимировна секретами вовсе не считает. Все хитрости, что применяет на участке, прочитала в книгах. Или делает, как советуют знакомые. Правда, признается, растет еще все, видимо, потому, что есть предрасположенность у нее к земледелию. Она – козерог. В гороскопе этого знака зодиака значится. Имеет талант полевода. Мне по знакомству дал один человек, дал мне 3 семечки всего. С этих 3 семечек уже много лет я сажу, и всем пораздарила, уже все садят мою кукурузу. Кстати, дачница замечает, если делиться плодами своего труда, расти будет еще лучше. Все вернется своему хозяину с торицей. Нет, давай разведем. Как же так? У меня есть, у тебя нет. Нет, пусть и у тебя будут. Еще один прием, известный многим дачникам. Хозяйка все время пересаживает своих подопечных, чтобы не привыкали расти на одном месте и не чахли. В этом году поменяла арбузы с огурцами. Кстати, арбузы – любимчики, очень теплолюбивые. Поэтому для их комфорта используют черный полиэтилен. Говорит, очень выручает. Это меня научили, наверное, 5 лет я сажу так. И лучше, как бы, растут? Ну да, у меня столько арбузов. Уйма! Несмотря на то, что с каждым годом работать становится все тяжелее, Идея Владимировна заявляет, свой дачный участок ни за что не бросит. Лучше она придумает еще какую-нибудь хитрость, которая поможет хоть немного облегчить земельный труд. Ольга Мироненко, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей.